Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, с вами Кратос и с вами Атрей. Ребята, мы играем в God of War 4 часть. И у нас задание исследовать мир между мирами, чтобы пройти эту сюжетную линию. Ребята, дело, я думаю, что близится к своему логическому завершению. Это уже почти конец игры, ну как я считаю. Чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Ну, заходите! Вот те вот эти тишине. Мы набрались, кстати, опыта. Поэтому предлагаю улучшить навыки владения чем? Осталось только владение щитом. Ну, всего понемногу, я думаю, надо все развивать. Останется 4 навыка всего. Мир между мирами. А как нам попасть в мир между мирами? А, мир между мирами. Это может быть вот этот телепорт, который мы открываем постоянно. Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем. А? Проклятие. Отнесите камень единства к обрыву. Здесь Тюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Все нормально будет, что ты башка... Парашют надо было взять с собой, ребята. Парашют забыли, сейчас разобьемся нафиг к чертям. Эй. Ой, так, куда мы попали? Может тошнить без желудка. Да ладно, было здорово. Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть. Удивительно. Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да Тюр. Там будет Йотунхейм? Не может быть. Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм. Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку. Испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Давайте заходим, ребята, исследуем башню. Бедновато. Пьедестал. Используйте камень единства. Где? На чем? О нет! Она забрала камень! Башня поглощает энергию камня. Сейчас узнаем. Она движется? Куда она движется, только непонятно. Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Так. Свет, яркий свет, и чуваки какие-то бегут. Пройдите испытание миров. Ребята, это какое-то испытание прям. Сейчас Атрей всех будет стрелять. Их слишком много, их просто полчища здесь, ребятушки. Как же мне быть? Как всех их убить? Быстро надо, быстро делать. На.
Получи. Мы прошли испытание. Хорошо, что все кончилось. Делов-то. А можно аптечку схавать? Подожди. И где же мы? Может, еще не кончилось? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, иди сюда. Получай. Атрей, стреляй. Стреляй. Да сейчас, 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 все нормально, сберегусь. Еще один пришел. Давай хотя бы одного завалим. Но, по-моему, почти я его свалил. И все, разломаем его сейчас. Ярость включу. Все, Атрей, я тебе покажу сейчас, как воевать надо с ним. Где он? Да куда, пока ярость не закончилась, иди сюда быстрее. Получай. Сейчас ярость кончится. Плохо, 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 плохо. Кончилась ярость. Пора уже за аптечкой бежать, по-моему. Хотя нет, подожди, еще все нормально. Можно, давай я сейчас аптечку заберу. Ярость возьмем. Ярость забирай быстрей. Да забери ты, а. Добей его. Ладно, так добьем уже, а. Есть, разломали его. И куда ж мы пойдем теперь? Я не знаю. Не знаю, какие там еще миры будут. Зловещий кошмар. Снова Хель? Ух ты, они идут. Кто идет? Приготовься. С этой стороны. Давай, давай, Атрей, сейчас. Быстренько надо стрелять их. Ты готов? Есть у меня еще ярость, могу с яростью фигарить. Давай, сейчас пробью им щит. На. Они даже не будут не успевать выходить. Где там еще кто? Все позеленело в глазах. До свидания. На. Да кто там еще, а? Отпусти меня. Добивай его. На. Нет, правда, ну хватит. Ну, уже. Давай. О, я что таким ударом-то никогда не пользовался? Муспельхейм, это плохо. Теперь все покраснело. Давай, давай, стреляй. Да, очень честно. Нормально уже мне. Огры этого мы замочили. Атрей, давай, стреляй. Давай, у него много жизней, надо его бить. Как следует. Чё это я вообще крафтый какой-то весь стал? Жарко здесь. Я горю. Все, 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 заломаем его сейчас. Все. Все, до свидания. Не надо на нас нарываться. Аптечку собрать и будем биться дальше. Мы остановились. Это все? Наверное, все. Но где мы? Дэдди Мюнр. Мы убили его, когда пытались восстановить башню Йотунхейма на озере 9.
Мне кажется, когда открылась дверь в Муспельхейм, он просто решил посмотреть, что происходит. Но почему все тролли сперва нападают, а потом думают? Фиг его знает. Но мы его быстро порешали. Зря аптечку взял одну. Гнев Артемиды. Куда на этот раз? Но мы, наверное, прошли испытание. Давай выходить. Оп. Смотри, мы снова в Мидгарде. А вот мост. Получилось. Башня снова на своем месте. Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Давай зажжем жаровни. Эти мы видели. Но такие прочесть я не могу. Да хорош, научись ты читать уже, а. Рома! Вернитесь в комнату перехода Тюра. Надо туда возвращаться. Давай, пацан, за мной. Вот любите вы, ребята, пошуметь, да? Любим пошуметь, нормально все. Так, навыки. Мы опыта набрались же, можно и навыки улучшить. Ага, а тут десяточка, однако. Бурлящая земля. Камнем можно кинуть, видал? Нажмите L2, чтобы подобрать и бросить большой камень. Так, ладно. Нам надо вернуться в комнату Тюра. Не знаю, что мы найдем в Йотунхейме. Но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Так, идем в Йотунхейм. Ничего не выйдет. Как не выйдет? Нет путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза? У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Надо глаз найти. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знали? Брок и Синдри? Пошли у них спросим тогда. Ну-ка, сейчас, ребята, с вами будет разговор серьезный. Где вы? У нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О! Это... Простите.
Вообще-то Один просил меня. Хотел, чтобы я сделал. Он показал его мне, и я... Ох. Говори внятно, ты чё там? Простите, я на минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами – то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо. Но как нам заглянуть змею в кишки? В кишки? О, нет. Кишки его воротит. Придется прибить змея. Короче. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Ну, я не вот знаю, что впереди. Настал момент поговорить со змеем. Снаряжение. Если что-то нужно сделать, займитесь этим сейчас. Вот такой мудрый совет. И снова к рогу. Сейчас змей нам подскажет. Готов. Дунь. Все понятно. Статуи больше нет. Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Фу. Фу. Серьезно? Ну, поверь мне. Он от этого тоже не в восторге. Так там он здоровый такой, длинный. Мы где там искать будем-то? Заплывите в пасть змея. Так, ладно, давай вниз спускаемся. Так мы правда это сделаем? Позволим змею проглотить нас? Можешь остаться. Такое я не пропущу. Сейчас поплывем. Лодочка плывет в пасть к змею. Давай, садись. А Трей тоже, на, держи башку пока. Ты точно в этом уверен? Конечно, уверен. Вон он уже пасть раскрыл. А что-то он как неживой, даже не шевелится. Я в странных местах, но это что-то новое. А, нет, моргает. Я никогда не бывал в брюхе великана. Ты отец? Меня много раз пытались сожрать. Наверное, кто-то должен нам ответить. Ну все, поплыли. Ух, фу, как тут воняет-то, а. Не закрывай пасть, хоть воздух будет здесь. Кислорода не хватает. Все. Ребят, он нас сожрал. Мы добровольно согласились с тем, чтобы нас сожрал большущий змей. Так, дальше-то куда? Чрево зверя. Найдите глаз Мимира. Вообще ничего не видно. Куда плыть? Ну давай туда, куда-то вдаль. Странно, мне как-то снилось, что меня съели.
Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую. Змеюга, тебе бы почистить тут все. Стухло много всякой всячины. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. Ты чудной. Сундук. Как взять сундук? Здесь высадится. Вон там, молот. Корабль сожрал он. Серебра хорошо дали. Так, надо серебро копить. Потому что нам надо будет потом улучшить. Выберем какую-нибудь броню, там наручники нормальные. В общем, будет что улучшить. Поэтому баблишко надо скопить. Все, приплыли, выходи, сын. Хорош плавать тут по вонючей реке. А, смотри. Сюда можно кинуть. Стоп, стоп, давай еще раз вернем. Надо несколько раз кинуть. Слишком далеко. Надо ближе подтянуть. Еще кидай. Еще кидай. И еще кидай. И еще кидай. И фиксируй. Пока она не уехала обратно. Дальше-то куда? Давай клинками разожжем здесь все. А что-то Мимир молчит, да? Мимир, ты что-то молчаливый сегодня. Ну-ка наверх. Куда? Куда, куда, куда? Наверх туда, еще выше. Все, мы сейчас поедем. Я забираю топор. И вся эта конструкция двигается. Мимир, где Один мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Не, ну надо найти как-то этот глаз-то. Нам он очень нужен. Иначе мы не сможем попасть в Йотунхейм. Ребята, еще один сундук. Почему это? У него не переварилось ничего здесь, у этого змея. Глаз нашел? Ага. Так просто. Глаз. Вставьте его мне в голову. Для что? Надежности. Так просто будьте было найти глаз. Побережней. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем, не храним. Вернитесь в комнату перехода Тюра. Так, а мы можем телепортом как-то воспользоваться, а? Никак? Вот сундук еще, давай прыгаем. Теперь мы сможем расшифровать руны Нидхухейм. Приз получен, полиглот. Отправимся куда-то. Вот для чего все это было. Собрана тайнопись мира Нифльхейма. Вы можете читать надписи на языке мира Нифльхейма. Вы можете попасть в мир Нифльхейм из комнаты перехода. Отлично, у нас открылся новый мир. Это очень хорошо. А теперь вопрос, как нам вернуться? Как нам обратно вернуться? Все легко. Поехали. Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст цел?
выдержит. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Змеюга, открывай пасть. Мы плывем. А как нам выбраться? Ну, как нам нужно? Держись крепко. Что это? Что это было? Ну, это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Йормунганда? Нет, что-то не так. Да что может быть не так-то? Что происходит? Все плохо! Может, его кто-то бьет, змея этого? Все позади. Давай быстрее, надо выбираться отсюда. Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. Ай! Держись и постарайся не упасть! Держу! Как выбраться-то, я вообще не вижу, куда плывем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, может быть больно. Мы выпали из змея. Почему он поднялся-то? Что произошло? Сын? Сын! Я цел. А чё, змеюгу убили, что вроде ли? Вроде даже привыкать начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то ещё. Мёртвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! Фрейя, она ведь за нас? Не знаю. Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей. Что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось. Вон! Вон сын твой. Мама! Я прямо как чуял, если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползете наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок. Мама. Я здесь. Не убегай. О нет, мама. Я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю. Твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства! Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь...
Я вдруг понял. Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет. Тихо. Отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Отвали. Ну, начинается. Так, победите Балдура. Уходи, пожалуйста. Нет, я достану до него. Тихо. На. Окей, стреляй. Тихо, 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 чё? Рубай его быстрее. А у него жизни восстановились, прикинь. Да нафиг пошел, а? Своей магией! Ненавижу тебя! У меня-то не восстанавливаются жизни. Да послушай меня! Да говори, я слушаю. Умру! Ладно, хотя бы щитом можно рубать его. А, блин, больно. Что там Фрея кричит? Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Ладно. Стой! О, блин. Нет, Атрей. Ты ранен. Дыши, дыши. Не моя кровь. А чья? Что происходит? Я чувствую боль. Ага. Почувствовал боль. Это похоже, Фрея его избавила. Я снова все чувствую. От его нечувствительности. Нет! Он стал уязвим? Все, сейчас ты почувствуешь нашу любовь, понял? Иди сюда. Нет! Мама! Ой, великан стал. Сейчас нас раздавят здесь. Что происходит? Фрея хочет нас убить? Нет. Слышишь, ветер? Мы движемся. Это стрела. Бальдор ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит. Амела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Да, вот это стечение обстоятельств. Ну ладно, зато он уязвимый теперь стал. Она управляет этим? Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! Вот. Где? Ах ты! Все, пора! Да кого прекратить, если он сам нарывается? Я тебе что сделаю-то? На!
Иди сюда. Атрей, давай, стреляй по нему. Ой-ой, как? Я чувствую. Чувствуешь, да? Блин, забирай тогда своего сыночка отсюда. Нафиг он ко мне лезет. Клинки, быстрей. Куда улетел? Давай слева другие. Раз он холодный стал, за стрелы другие. Тихо, 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 что ты делаешь? Ну-ка, давай-ка топор лучше возьмем. Где топор? На. На, получи. Блин, аптечку надо взять. Аптечку, срочненько, срочненько. Где лежит? Сейчас меня прибьет. Да тихо ты, а. Что-то серьезно как-то получилось. Он сильный до сих пор. На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое-то? Нет, давай клинки. Что-то он вообще непробиваемый, так сказать. Ой, получилось. Получилось, чё не смей-то? А, убери. Сын, кристалл! Давай. Есть. Попал. Атрей! Атрей! Я здесь! Я жив! У меня все чудесно! Никогда не чувствовал себя столь живым! А? Прекрати! Криво! Ну, хорош, а! Что придумали тут? Да. Давай насчет боли потом расскажем. Так, он огненный, давай стрелы другие. Отлетел. Ай, зацепился за меня, пошел нафиг. Атрей, ну-ка постреляй по нему чуть-чуть. Блок не успел поставить. Опять он сюда прискакал. Блок. На. На еще. Получай. Да-да-да, сейчас тебе будет еще. Закончим начатое дело. В самом начале игры он еще тогда пришел. Надерзил. Ой, великан что-то разошелся тоже. Не, ну Фрея хочет, чтобы мы его не трогали, главное. Я убью тебя! Так, куда он залез? Ладно, нам-то куда идти? Стоп, камень убрать, может быть. А, вот сюда. Я тоже полез наверх. Осторожно, жарко. Атрей! Оставь моего сына в покое! Не нужно так! Так ты забери своего сына. Вот! Останови! Тихо, 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 тихо.
А, подожди, мы тут... Заткнись, мама! Как-то же мы дрались здесь, я уж забыл. Уворачиваться надо. Стой. Ай, больно, больно же так. Не, он же меня так сейчас набьет. А что произошло? Почему вылезло вот это? Что-то зависло как будто. Ай! Во! Теперь мой выход. А, блин. За ногу обоих держи. Давай, стрела, пошла, стрела, пошла. Чё не стреляешь? Во! Молодец, пацан. Куда? Куда мы полетели все вместе? О, ничего себе он. На лету стрелу в него вонзил. Живучий, а? Живучий, еще сейчас меня бить опять будет. Руки прочь! Ай, сын, отходи, осторожно. Прежде чем вы умрете, я хочу поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже все отцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Какая ирония, а? Так. Ярость доступна, ребята, все. Что? Держи. Полетать хочешь? Пташка, лети. Сейчас ты получишь у меня. Это вам не хухры-мухры. Ну-ка, подходи сюда, быстро. На разборке. Это очень жестко. Так, ярость закончилась. Тихо. Атрей, давай, 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 давай. Лупась его. Где он там? Меня, не меня сейчас получишь. Ох ты. Как ты умеешь, да? Давай топор возьмем теперь. Тихо-тихо, блок надо было поставить просто. Топор верните. Да он так близко подошел. Смотри, что не боится ничего. Не знаю насчет остановить, вряд ли. Нам надо завершить. Надеетесь меня победить? Конечно, победить. Сын, стреляй, давай. Давай, чуть-чуть ему осталось уже. А-а-а, как он так пробил-то мне? На. Финальный удар. Все. Смотри, пацан-то тоже нормально научился пинаться. Все? Спит? Фриотта! Фрей опять начинает тут творить. Не, понятно, она за сына, конечно, но... Змей! Ты молодец! Змей вцепился в великана. Закончим начатое. Давай! Убей меня! Стой! Пожалуйста! Отец, он побежден. Не опасен. Ты не будешь нас преследовать.
Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Благородный Кратос, видишь, отпустил его. Не стал. Не стал добивать. Пусть живет, он все равно смертный. Нет у него такой теперь силы. Ничего. Не можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно. Ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась. Признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Мы помешаем. Я знаю. Но... Что? Нет, отец! Ну нельзя так, вы чё? Я люблю тебя. Я люблю... Зачем? Ну какое твое дело? Ты же мог просто уйти. Цикл закончится здесь. Мы не должны опускаться до такого. Все. Фрея жива или нет? Слава богу, она живая. Все нормально. Нет, мой мальчик. Мой милый мальчик. Твой мальчик тебя чуть не убил. Нет. Нет. Фрея. Это его выбор. Тебя будут ждать самые жуткие, самые жестокие страдания. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех девяти миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь тебе в этом, слышишь? Он спас тебе жизнь. Он отнял у меня все. Все отнял. Все отнял. Ты как животное. Тебя переполняет жестокость и ярость. Ты не изменишься. Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он? Сын, слушай меня. Моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев. И многих невинных. Я убил своего отца. Так в Хеле был твой отец.
Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать и отца? Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах, да. Но она бы не защитила себя. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Не, ну она же должна была понимать, что ее прибьют сейчас. Она уже смирилась с этим, хотела погибнуть. Йотунхейм открыт. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти, но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть ребенка. Кажется, у Фрей есть заклинание на все случаи жизни. Сперва она попыталась связать корнями папу и Балдура, но они оказались сильнее. Тогда она оживила Тамура, великана-каменщика. Невероятно, но и это не помогло. Балдур все равно рвался убить Фрейю, а мы не могли этого допустить. Поэтому мы продолжили бой. А Фрея вызвала этих странных существ. Они пытались схватить папу и помешать ему драться. Хорошо, их там легко убивать. Их так легко убивать. Плохо, что их так много. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. В последний раз. Да. Нас ждет Йотунхейм. Что значит дорого обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от проклятия? Наврал, небось? А почему Амела разбила чары? Магия Ванов сильна, но ее законы запутаны и туманны. Наверное, ведьмам они яснее. Но как это все печально и трагично. Бальдер был самым драгоценным, что Фрейя получила от Одина. Она хотела уберечь его от боли, а себя от потери. Но такие порывы даже хороших родителей толкают на глупости. Ладно, продолжим в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!